почему же тогда в древности говорили, что сверхзадачу ставит наставник, да? Сейчас объясню. Дело в том, что хозяин мира Бог, считалось в древности, наставник его лик, лик Бога. Если Бог не ставит задачу, выключается, значит их ставит наставник. Если наставник не ставит, значит их начинает ставить Бог. Но тренировка продолжается дальше. Понимаете? То есть наставник не ставит сверхзадачу, их начинает ставить Бог. Наставник известную сверхзадачу ставит, а Бог неизвестную. И неожиданно. Понимаете? Вот разница. То есть сверхзадача, она как существовала, как последствия критического перепада давления, так и будет продолжать существовать. От вас это никак не зависит. И это никак не зависит от меня. Вы же понимаете, да? Никаким способом. Она как существовала, так и будет. Только вместо того, чтобы вам ее поставил наставник, вам ее поставит Бог. Понимаете, да? То есть критические перепады давления никуда не денут. Понимаете, да? А если вы будете их подгонять, искать, чтобы они побыстрее произошли, потому что вам надоело ждать, да? То вы обязательно получите что? Нищету. Вы получите нищету. Потому что бой с ветряными мельницами, он ничему хорошему не приведет. То есть, когда вы ищете критический перепад давления, он не происходит в вашей жизни почему-то, по каким-то причинам. А вам побыстрее хочется, чтобы он произошел, чтобы типа бомба два раза в одну воронку не попадает, вы приходите к нищете. Потому что это бой с фантомом, это бой с ветряными мельницами. И когда вы закончите этот бой, у вас возникнет настоящий перепад критичности давления. Понимаете? Тогда возникнет настоящий перепад давления. Поэтому, по сути своей, все, что мы видим, это скорость и давление. Больше ничего. Физическими глазами. Мы больше ничего не видим. Но, обратите внимание, насколько эта система продумана изначально. Сама по себе система продумана. Что она позволяет человеку жить как? Счастливо. Не ждать критического перепада давления и не ждать критического ускорения. Вот Дима говорит, чуйка предчувствия. Ну, что такое предчувствие? Короче, предчувствует. Ожидание критического ускорения. Предчувствие это ожидание критического ускорения. Чуйка, как говорят. Все лишь навсего. То есть, как говорили на Руси в древности, чу это что? Слышу или вижу? Чувствую, да? По сути, дословно, не слышу критического ускорения, да? Не вижу критического ускорения. Так вот, по сути своей, обратите внимание на очень интересный момент. Дело в том, что уши – это критическое давление, а не ускорение. А глаза – это критическое ускорение. У человека. Поэтому, когда мы боремся с критическим ускорением, начинаем мы борьбу с критическим ускорением за счет взгляда. Мы скорости видим. Зрение – нулевая скорость.
Это ноль, это отсутствие скоростей. Понимаете, да? А критическое давление мы что? Ощущаем на себе. Уши закладывают, да? Перепад давления. Но неожиданность и скорость его возникновения, быстротечность, да, делает его фатальным для человека. В одном и во втором случае. Именно поэтому мы говорим о том, что неприменение технологии самой, оно не гарантирует результативность в жизни. Потому что постоянно что-то происходит, постоянно что-то мешает, постоянно что-то не получается. Когда вы говорите «не получается», мы говорим «это сопротивление». Да? Вы засунули не тот ТС в надлом или применили не тот ГДС в сверхзадаче. Понимаете? Именно поэтому не получается. Или когда вы переназначали функции, вы этого не делали. Это произошло автоматически. И потом мы выясняем, что крепче, лоб или стена. У человека. Вот так-то. Ну, вот так работает технология, вот такова ее причина существования этой технологии. А те термины, которые как бы я употребляю, ПДТ, ВИЗ, ГДС, ЭС, это все всего лишь термины. Вам лучше представлять себе как педали на автомобиле, вам лучше всего представлять себе как автомобиль, как двигатель там, и так далее и тому подобное. Как разные части автомобиля. Будет намного проще.